Музыкальный коллектив имени Константина Смирнова – старейший оркестр народных инструментов Севастополя. Он существует с 1957 года и имеет целый арсенал наград. В его репертуаре более 500 произведений народных, классических и эстрадных композиций. Представители оркестра 4 апреля приняли участие в республиканском конкурсе «Юный виртуоз», который прошел в Симферополе. Музыканты коллектива стали обладателями дипломов «Адамристки» Вероника Знаменская и Алена Овчинникова. Выступив сольно и дуэтом, завоевали первые места и гран-при конкурса. Они играют на старинном русском народном инструменте домра. Вот. Ну, они, конечно, в музыкальной школе учатся, но они свое основное мастерство получили, конечно, в оркестре. Громадное количество концертов. Мы очень много были за рубежом в разных странах. На республиканском конкурсе севастопольцам пришлось соперничать с достойными конкурентами. Балашников было порядка 35, младшая группа средняя и старшая, это я в общем говорю. Вот. Ну, немножко больше домристов было, до 40 человек. Младшая, вот эти девочки как раз выступили в старшей группе, где конкуренция была, ну, очень жесткой. Очень сильные конкуренты были у нас из Алушты, из Евпатории. Но это пока. Вот, там мы с ними разберемся вот на следующий год в это же время. По словам руководителя оркестра, народные музыкальные традиции нуждаются в поддержке и популяризации, причем на государственном уровне. В последние годы, по его словам, интерес к народной музыке даже у организаторов концертов существенно снизился. Проще обеспечить выступление певцу с фонограммой на диске, чем целому оркестру. Если пригласить наш оркестр на какой-то концерт, значит, нужен прежде всего, что транспорт, перевести инструменты и людей. Затем второй момент. У клуба, куда мы приедем, ну, на концертную площадку, должно быть огромное количество стульев. Вот. Директора и организаторы очень интересно решают этот вопрос. Лучше не надо нам этого. Не будем мы связываться с транспортом, не будем связываться со стульями. Но случается и наоборот. Вадим Елизаров сам предложил ансамблю имени Константина Смирнова выступать в театре танца во время антрактов. Такая практика существует уже 4 месяца. А впереди у юных музыкантов новые конкурсы творческого мастерства. Ну, теперь мы готовимся на конкурс, который будет в июне месяце проходить в Пензе. Он называется «Молодая Россия». Мы уже отослали туда заявку и ждем приглашения.